форт-качи и сюда добрались. Высадились мы из поезда на станции Ракулам, откуда, в принципе, несложно добраться до порта на автобусе. Но мы были очень уставшие, так как ехали 2 часа. Мы взяли тур, обошлось нам это 300 рублей. Мы ехали целенаправленно в Гест, в Принцесс Инн, который в Lonely Planet описан как, в принципе, один из недорогих и ничего себе таких вариантов. Но по прибытии мы увидели, что да, цена там действительно низкая, договорились мы за 700 рублей в сутки, но номера просто ужаснейшие, грязные. Паучки, тараканчики разбегаются. Да, как всегда, после хаус-ботов, на которых были таракашки, мы уже не готовы были остановиться опять по полной мере. Поэтому Тукер, как всегда, отвез нас к своему френду. Ага. Да, и там за те же 700 рупий мы сняли очень-очень хороший номер. Вот для тех, кому будет важно, вот это такой Гест. Прекраснейшие номера, белые, с высокими потолками, чистой ванной, чистыми белыми простынками и белыми полотенцами. В общем-то, это хорошие очень номера за те же 700 рупий. Мы сняли их на 3 дня и продолжаем гулять по городу.